Добрый день, друзья! И сижу на пляже, обезьяньем пляже. Только что снимали обезьянок, кормили их, играли с ними. Такие маленькие, шустрые, смешные. А вообще, это крутой пляж. Здесь отдыхают очень богатые люди. Здесь крутой отель. И вот здесь купаются сейчас наши партнеры. Вот они, да. Вот такая вот красота. Вот просто неописуемая. Тут настолько красиво, просто словами не передать. Такие пейзажи. Можно много-много сделать фотографий. Если кто-то увлекается фотографией, то для вас это место просто находка, просто потрясающее место. Посмотрите, какие скалы. Здесь прямо на пляже растут деревья, поэтому можно укрыться в тени, если вы хотите просто отдохнуть. Можно взять вот на прокат катер, лодки. Очень красиво. Даже сама себе не могу поверить, что я сегодня здесь отдыхаю, в Таиланде. А ведь этого могло ничего не быть. Могло ничего не быть, если бы я дала волю росткам сомнений, если бы послушала тех людей, которые меня отговаривали от этого. Но сегодня мы уже 2 недели отдыхаем в Таиланде. Мы были в Пхукете, сейчас в Краби. Собираемся еще посетить несколько разных мест, друзья. Я просто счастлива. Это такая красота. Не слушайте никого. Приезжайте, отдыхайте. Fireflies – это классная компания. Мы забронировали через онлайн-портал. Здесь очень дешево отели. К нам прекрасно относятся. Мы катались на мотобайках, катались на слонах, ездили на изумрудные озера, поднимались тигровым пещерам на самую высокую скалу, где храм Будды. Просто не передать словами. Вот карабкались на измор, но когда поднялись, сколько было счастья, сколько увидели красоты. Познакомились с местными жителями, с местной культурой. Тайцы очень доброжелательные, классные ребята. Здесь все можно купить очень дешево. Здесь классная тайская кухня. Ну, лично я люблю и остро, и морепродукты. Сколько здесь классных фруктов. Это просто потрясающе, друзья. Путешествовать – это счастье. Путешествия, они всегда развивают. Они всегда позволяют открыть что-то новое. Увидеть, как прекрасен этот мир. Посмотрите сами. Смотрите, как он прекрасен.